Историческая битва на реке Халхин-Гол. Выставка с таким названием открылась в Государственной Думе. Она посвящена 80-летию вооруженного конфликта Японии с Монголией. Однако эти страшные события послужили началом крепкой дружбы между Россией и Монголией. Советский Союз оказал помощь в этом сражении, а монгольский народ во времена Великой Отечественной войны внес неоценимый вклад в победу. С приветственным словом на выставке выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. До сих пор видны те самые окопы, траншеи, видны укрытия для танков, хотя все это степи уже так вот заглажено. Но я должен сказать, насколько же наши монгольские товарищи помнят и чтят. Самые святые дни – это 9 мая, и в том числе они отдельно празднуют День Победы на Халхин-Голе. К бюсту Жукова в центре Улан-Батора всегда приходят ветераны тех еще сражений и с нашей стороны, и со стороны Монгольской республики. Эта память действительно вечна, и мы всегда будем помнить наших героев. Экспозиция полностью передает дух того времени. Здесь представлены исторические документы, фотографии, личные вещи солдат. А во главе всего бюст военачальника Георгия Жукова, который принимал участие в сражении. Дружба Монголии и России продолжается до сих пор. Президентами двух государств подписан договор о стратегическом партнерстве.